настолько хорошие отношения остались, ну, мне, конечно, было приятно сюда приехать. Ну, как бы только позитивные эмоции. Последние несколько лет против «Зенита» всем сложно играть. Как сказал Геннадий Яковлевич Шукурин, надо, чтобы обыграть «Зенит», нужно выкладываться не на 100%, а на 120%. Сначала мы верили в 3-0, после 2-0 мы верили в тайбрейк. Это не «Зенит» пока, но мы понимаем, что все впереди. Мы верим в команду и верим в то, что этот сезон будет лучше.